фласку, если у кого-то есть. Транрек, ТМТ, я надеюсь, ты сюда не троллить зашел, а нормально помочь пацанам, чтобы все добрую память тебе помнили, когда тебя автобус собьет. Напуливаем на Транрека, на счет три начинаем. Раз, два, три. Давайте, одну минуту распал. Дверь открыть надо, рост. Выходите, слушайте. Танки, разбегайте, сакру прожимайте. Бьем шипы, милики. Милики в шипы сыграли. Эндора, гимн на ХП. А где какая-то аура средоточия? Бейте шипы. Гильдаль, гимн на ХП, пожалуйста. Уходите, если... Все шипы сыграли. Сзади эрдру на шипе. Или добычу, идем дальше. На осколки кто? Кто, скажите? На танк ролим. На осколки никого нет, я так понял, да? Золотистые осколки на ручку. Бокоход, ты в РК? На мейн пояс рольте. Тант, иди, а. Это один танк. Щит надо кому-то на мейн. На офф-щит рольте. А, Элия, ты на мейн, да? Тот, кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Давайте два сразу паука. Паукоход, спекайся на леди в танка. Одевайте ДД Трини, там ДД шмот какой-то, самое главное, косты сбивайте, больше леди не наносит урона ничем. Там. Да,
давайте, 2 БДК слева, ДД-3 не поодевайте, пожалуйста, танки, чтобы вы агро набирали. На пулы даем, первый на пулы на Транрека, остальные на пулы на Бокохода даем. 2 БДК слева и все милики слева, моб с лестницы тоже ваш. Все РДД и протопал справа. Есть рыба, поставьте рыбу, пожалуйста, дайте Бокоходу или Знитотем фулл бафы. Проверьте шаманов и ДК баф, чтобы ваши висели. Давайте, чек на пол. ДК, идите на позицию, паладин на позицию. Следите за игрой, если вы моба сорвали, бегайте от него. Хилы, вы диспелите проклятие. Дайте, пожалуйста, лапу на лизни тотем. Защита от темной магии из бафов снимите, леди с пули или бьем леди. Пол ДД, пидорас, ебаный. Еще раз увижу, кто пулит, вы пойдете из рейда из этого. Вариант тотемы. Ладно, извинивай. Ну ладно, ты возвращаешь. Элисираси воет вихрями миликов контролем. Все трэш играем. Диспельте хилы проклять. Готовимся, контроль. Воздали контроль. Никчёму поднять, тебе пока не надо. Давай, Трися, ты поднимай, Вара. Баф Вару, каску, кулак Вару, все в трэш. Быстрее в трэш, пока они, блядь, щиты на себя не повесили, ёбаный. Проклятие, диспан. Контроль Вара. Контроль Вара, совы. Эрдру, контроль Вара и сову. Да есть контроль, блядь. Трися звездопадом бьем. Идерен, зачем вы звездопады жмете? Переводим босса быстрее. Full DD рост. А, КД рост, не давайте. Блин, там сам себя. Что у меня есть? Транрек, лови на пул над Транрека. Кто демон? Протопал, лови трэш слева. Все в трэш играем. Смотрим за духами. Только за духами смотрим. Духи появились. Мы смотрели вокруг себя, убежали от духов. Даже если дух близко, все равно бежим. Контрольте, пожалуйста. Смотрим за духами. Духи появились. БРы пока не давать. Босса бьем. Давайте трэш справа бьем. На пул, пожалуйста, на Бокохода. Охотник и разбойник. ДК, включи фрост-стойку и бей ЛПшками босса. Контроль фуриков. Духи. На пул, на Бокохода, духи смотрят. Косты сбивать, хорошо. Все остальные на пулы, на Транрек. Трэш бьем слева. Свичнулись в трэш. Смотрим за духом. Сакры прожимайте до контроля, пожалуйста. Кого поднять? Смотрим за духами, не надо никого поднимать. За духами, главное, смотрите. Понимаю, как умирает, опять Трися. Не только я. Трися, 2 звездопада за 2 контроля, но ты ёбнулся. И где контроль по мне, блядь? Так кто тебя должен контролить? Вой. Почему у тебя звездопад не на КД перед контролем? Потому что, блядь, он уже в контроле от КДшего. Да, такой мужик.
Трэш бьем. Не успеваем. Не хилится вообще. Сбивайте косты на пул на бокохода. Поднимай, короче, демолока Ягера. Дайте им на ману. Даю. Батя на 5 миллионов, что ли, отхилил, а трэш все бьем. Контроль, он ходит. Пулы, пожалуйста, бокоход. Тут побрит уже сдохнуть. Все, Рома. Чего, бьем? Ничего не понял. Ты что ебанулся, у тебя там фреймы не включены. Там 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 человек. Два танка живы, весь на пул жив. Смотрим духи и все. Трэш бьем. Пойму, в чем дело сейчас. Духов смотрит. Диспелим проклятие с Элемой. Трэш бейте, пожалуйста. Трэш. Трэш все справа бейте. Грейт жив, 5 минут до берсы, что вам не нравится? Сбивайте косты, напуливайте, трэш бейте, контроль. Контроль ханта, пожалуйста. Я жезлом стреляю, контрольте ханта. Трэш бейте. Смотрите. Милики, идите трэш бейте, заебали, блять, они все в щитах бегают. Пися, залей маны Элли, или Ване залей. На КД. Диспельте рост с леди, пожалуйста. Все, маны, дайте диспел по леди. Все, теперь падайте. Я не знаю, блин, пизда. Трисия нахуй убил народу больше, чем леди. Что ты пиздишь, блядь? Да нет, там бывает, что от КДшивается он, ну как раз вот секунда там он тебя берет в контроль, но от КДшивается и дает звездопад. Плохо, когда рейд без двух сов хотя бы. Лучше, конечно, еще и код какой-нибудь, чтобы вихри были на всех контролируемых людей. Так залупа, блять, она то отхилится, то, блять, за контроль не убьют пол рейда, блять. Ирдру тоже не вариант, блять. Выхожу контролить, из формы выхожу, блять. И не хилю нихуя. Чё? А в кого ты так постоянно восстановление там кастуешь? Раз в 5, наверное. 250 тысяч. Метка, да? Кровавый отхилил. Угу. 4 ляма. Удалите метку, нахуй, из спеков своих. Не надо ее качать, блять, она нахуй не нужна. Блять, уж не знаю, что сказать. А сколько у нее КД там? 3 минуты? Не, метка это пиздец, блядь. Спек с меткой это просто пиздец. Это чтоб леди отхиливать вот так. Так, отметь на. Ребята, друзья мои, пожалуйста, прожимайте свои саки, звездопады и прочую ебалу, метку там дековскую, ОКД. Леди... Ну ёбнись, 6 миллионов почти отхилилось.
Ничего себе, я 2 ляма на нее нахилил. Это нихуя себе, как так? Ну, контроль брал раз 3-4. По 500 тысяч за контроль, что ли, блядь? Охотник, коферки, ты умеешь напуливать вообще? А почему ты нихуя не напуливаешь? Ты можешь, короче, вот бой начинается с леди, ну, когда вторая фаза, ты такой берешь в таргет, транрека, нажимаешь перенаправление, стреляешь в леди, такой... Потом берешь второго ДК, я не знаю, как они агро так долго набирали. Дайте рыбу, пожалуйста, есть дживс у кого-то? Фулбах парень. Первую фазу все то же самое мы делаем, только не умираем. Повороте дай свой СС на Войда. Ягер, дай свой СС, пожалуйста, на Кокогурчика. Них когда еще, наверное. И Поклонский, ты можешь напуливать, короче, не цель цели. Вот мне тут подсказывают. А то ты пулишь в ДК, у которого 5 стаков, а в другого ДК пулить. То есть выбирать на пул заново вешать. На цель не ту, которую бьет леди, а на ту, которую нам надо, чтобы она била. Ну, Джерем, как... блядь, минуту на танче. Как на протопала в резке такой макрос. На ник, типа. Таргет. Таргет или как там, блядь. Давайте. Чек на пул. Бьем босса, бьем трэш сейчас. На второй фазе смотрим духов. Дамажим леди, все диспелим с нее. Все, я не знаю, что тут еще надо. Не пульте баф сейчас босса. Все готовы. Баф от тьмы, пристабаф, снимите. Ред паладина уберите, защиту от темной магии. На счет 3 начинаем. 1, 2, 3. Милик, если вы быстро не будете свичиться, особенно вары в трэш, они постоянно будут под щитами трэш этот блядский. Это благословение. И покажи чужакам мощь нашего господина. Готовимся к контролю. Шаманы контролем, присты контролем, маги тоже можете овцу свою кидать. Тупо все контролем. Фурики контролем, ретрики контролем. Элема контроль срочно, Элема. Давайте все в трэш. Прожимайте сакры, все баблы, хуяблы прожимайте. Без себя по проклятии из хилов, готовимся к контролю. Ты не в сил, противиться моей воле. Ловите совы, ловите вара, эрдру, лови вара. Переводим босса на пул и на транрека. Потопал, лови трэш слева. Все в трэш. Трэш сыграли, фурики в трэш. Охотник и рога на пулы на брокохота, бокохота. Смотрим за духами, бога ради. Контроль ДК. Контроль мага, охуенно мага законтролили. Надо никого бэрить, бьем босса. На пулы на бокохода, протопал собирает трэш. Дали рост, прекрасно. Все в трэш. Духов не ловим, опять духа поймали. Дальше, через 10 секунд, все на пулы на транрека, духов смотрим. Контроль, контроль сове. Хорошо. Да не сына, КД. Это пак.
духов смотрим, духи появились. Трэш слева бьем, трэш. Духи появились. Личный напул. Видали, пацаны? Тупо по КД танки. Контроль, пожалуйста, магу, который бьет меня. Прекрасный контроль, идеальный напул. Просто все шикарно. Смотрим духов, добиваем босс. Идем на корабли, не АФКшим никто. Войд дели добычу, остальные все ресаем. И Войд пусть и ресает, бежим вверх. Беги, блять, парень, сюда, брат. А тут шляпа какая-то. Лока мага забафываем, идем на корабли. На корабле все многоуважаемые сагильдейцы, рейдеры берут трансы. Два танка тоже берут трансы, только хилы могут не брать. Четыре человека, которые садятся... Не надо, пусть там есть что похилить. Все, кто садятся в пушки, тоже берут трансы. Да, Бакоход, спасибо тебе, дальше до конца в ДД. Сказал собакоход. Да. Мне показалось. Дракона не привели, мы этот бой будет забагнется. Точно будет лишний стрелок. Да сейчас узнаем. Мне нравится, как золотистая танчится. Она не одетая, с ней моб почти не вставали. Но если это девочка, то что написано будет, что девочка. Не знаю насчет тебя, мутант, это спорный вопрос. Берите, пожалуйста, все ранцы, друзья мои, братишки. Смело берите ранцы. Уважаемые, кто умеет, садитесь в пушки. Только кто нормально стреляет, типа до конца настакивает, потом бахает, короче, и быстро еще раз настакивает. Кто не умеет, лучше бога ради не садиться. Джерион, что не так, братишка? Воспряньте, сыны и дочери. Я запустил, вижу, что кто АФКшит, начислю ГП. Давайте, пожалуйста, по фасту пройдем. Вот, не курить, не срать там, не дрочить, не ходите. Видосы ВКонтакте, Ваня, не ходи смотреть. Не ходи, ебать. У меня ВКонтакте так не работает, я через VPN включаю, там ничего не посмотришь. Как ты мои мувики тогда смотришь? На ютубе. Трися как просрать услышал, сразу возмутился. Я про покурить вообще-то. Оправдайся тебе. Ой, да мне похуй, захочу посрать, схожу посрать. Есть у кого-то фласка на ДД для Джерри, но он и так первый по дамагу, он просто хочет быть первым и вторым одновременно. Ну, если срать захочется, тут без вариантов. Ваня, у тебя какая модель телефона? HTC E328. Ну ты в смысле, когда срать идешь, ты же с телефоном идешь, тоже видосы там смотришь? Да нет, там розетки. Я олдскульный, чё вы? По старинке, да? Да. Давайте, приготовились, РДД перелетаем, милики тоже перелетаем. Быстрее убьем. Помчали.
давайте, летим назад. Огонь пушки. Огонь, батарея. Не палится, что знаю продолжение. Не против, типа, что вот в этом там конкурсе в группе Анар выиграл перца, вообще не жалко. Почему, блядь, его анекдот смешнее, чем мой, сука? Да, я нихуя не понял, блядь. Типа у левого чувака отсосали или что? В чем смех там, блядь? Да, у левого чувака и все. Ну, у меня ж пиздатый анекдот. Да при чем тут твой анекдот? Просто он, ну, накрутил голоса себе. Он что, просил в личку, типа, проголосуй за меня? Ну да. Я за тебя тоже голосовал, блядь, просто так. Сука, у меня был идеальный, но это мой любимый анекдот. Я всегда вот рассказываю, все смеются. Я не просил. Да по-моему, там вообще ни одного смешного анекдота не было. Ты просто пойми, что тебе этот приз не нужен. А ему не какой-то смешной анекдот, я про цирк был, который... Да это... мне не нужен приз, мне признание нужно, что мой анекдот смешной, и все. Так расскажи его сейчас, сейчас его расскажи и я посмотрим. Я его сто раз уже рассказывал, я просто понял, в прошлый раз я его как раз на кораблях рассказывал. Вот расскажи, может кто новенький посмеется. Там. Минуты роста, когда что происходит. Ну как раз анекдот расскажешь. С чувством, с толкой, с расстановкой. Смотри, Ром, отойду срочно, там надо отойти. Насколько срочно? Одного босса. Какой один босс? Давай ты на трэш отойдешь после сурка, мы сейчас в три хила забьем его. Там умоляю, когда, Вань. Да мы, ну, быстро убьем, сейчас две минуты, пока откдешься, пока анекдот туда-сюда. Ладно. Войд, дели добычу, спекайся в сову, Войд. Слава. Мутант просит, что ты его с ЧС вытащил. Блядь, да идите вы в жопу все с мутантом вместе, блядь, сейчас всем вам ЧС дам. Что он вам, голду платит, что ли? Вы что такие румынские? Нет. Не понимаю. Хотите рассказывать анекдот? Рассказывай. Плюсика в чате, и анекдот сразу ваш. Нахуя вы запускаете? Не запускайте сурка. Дайте Джерину лучше фласки. Ладно, слушайте, ребят, только не перебивайте. Кто слышал, тоже не перебивайте, вы самые лучшие. Арена цирка. Выходит конферансье. Говорит, сейчас перед вами выступят акробаты. Выходят акробаты, прыгают, крик из зала, пидорасы, напялили обтягивающие трико, скачут, здесь пидорасы. Номер закончился, ведущий выходит и говорит, а сейчас перед вами выступят клоуны. Клоуны выходят, выступают, крик из зала. Пидорасы, размалевали себе лица, кривляются здесь, пидорасы. Клоуны закончили выступать, опять ведущий выходит и говорит, а теперь смертельный номер. Прыжок из-под купола цирка без страховки. Крик из зала. Пидорасы, куда вы меня тащите, пидорасы? Можно смеяться, ребят. Лопата, это точно. Спасибо большое за лопату. Спасибо за рейд, Трисия, спасибо, Ваня. Хилл, сова есть в РК? Давайте, все занимаем позиции, пьем фласки. Кто даст Джериону фласку, плюс 100 ЕП. Пьем все трэш. Кто не бьет трэш, тот говно. Звездопад под трэш, лужу анхоли ДК под трэш. Танки, ловите, пожалуйста, трэш. Первую волну так заливаем, на вторую вурдалака в Армагеддон присылает, призывает трэша, на третью бокоход. Метки жестко захиливаем, если на БДК, ну, на сурке бешенство... Танки прожимайтесь. То есть срезочку хорошо, там кровь вампира, но чтоб вас мало коцало. И все, вы будете самыми лучшими, просто боги. Стойтесь там, прожужжу, занимайте места там 20 секунд до боя. Серега, прожмешь ростом, когда прожмешь. Я хил сами прожимайте. Почему выключили голос мутанта, если он никогда не разговаривал? Он включает звучит. Давайте сейчас убьемся, пока я включу тебе глаз, братан. 5 секунд до пула. Блять, я фласку не попросил ни у кого. 3 секунды. Пьем банки. Героизм. No.
10 секунд до трэша. Все в трэш. Анхолик, Армагеддон, метка, хилы, держим анхолик. Армагеддон, на следующий трэш призываешь войск. Повороте, метка, держим лока, повороте. 10 секунд трэш, давай войск. Все в трэш. Танки в дно. Войд, поднимай демона, прожимайтесь, танки. Давай сакру протопал. Давай войско, пока ход. Бля, у меня бурс был 23к за ШП. Где такое видано? И так все засрали, блядь. Все, я нашел. Давай, Войд. Войд в хила спекайся. И бафы паладину Локу. Рульте. И на чем отдельно. Откройте там протопал. Открой портал, пожалуйста. Как подобает. В Награнде, рядом с матерью и предками. Так, ты мне напомни, я же на мейн отдал тебе наручи, правильно? Правильно. Значит, бокоход получит волю. Ты же бокоход отдал наручи, не? Не, наручи я Ханту отдал. Гаферти. Гаферти. Какие наручи? С корабля. Ну, ты бокоход какие-то наручи через этот северного медведя отдал. А, да? Тогда давайте Ханту волю отдадим. Так, а этот мутант на кого роль? Мутант это успел. Давайте. Портал открыт. Портуемся все в порт. Хватит ждать там. Лут раздадут без вас. Токены завоевателя обычного дай, пожалуйста, золотой. Я сейчас приведу Вальку. Геровский. Да, я Гер. Да. Пожалуйста, быстрее портуемся, уничтожаем валькиру глашаты. Господи, танки. Чуть назад, назад, отходим, назад 5 шагов. Нихуя вы не умеете 5 шагов назад. Вторую валю бьем. Русы фул ДД. Русы. Ягер, а ты что, не в гильдии локом или что, я не пойму? Гильдии? Что-то... Нет, что-то не выходит. А, это бой, наверное, из-за этого. Да, из-за боя. На чем отдельно? Это хороший ДПС, кроме вот, ну, наверное, еда или бокоход только слабовато по ДПС. Остальные все неплохо. Ну и хан. Хан, не знаю, что. Таурен.
Сокет в наручку нет. Этот ретрик там тоже. Он падал, что ли? 6,5, 6,6. Ну, Марлей умер, да, и Ягер умер тоже. Ну, даже не подняли. То есть нет, это хуище ДПС просто. А, ну это я же еще был 14к. Ну 310 средний рейд, как обычно. 300-310. Ну два мертвых было еще тюрьма. Давайте, хилы у нас, хил один на ФК, поэтому, пожалуйста, не отходите, без пёс лезли. Давайте собаку левую агрю, правую не трогаем. Идите назад все в ворота, левую собаку веду. Дальше, дальше, заходим глубже к звезде. Хуяна, 24 человека идут, мне пока что. Ребята, члены от вас стоит, вот такие все. Танки меняйтесь, там на протопали 10 стаков. Поклонский, пойди налево, обезвредь ловушку, пожалуйста. Ты умеешь что делать? Я просто не знаю, как это делать. Ловушка стоит по центру, то есть нужно идти примерно, ну, ближе к стенкам и небольшими шагами. Здесь я приведу правую собаку без ловушки. Пися, спасибо тебе, уебок. Стану дать. Быстрее мертвы заливают. Собаку ловите. Танки, собака. Меняйтесь, 5 стаков на протопале. Блин, на чё вы втроём отхилите? Ваня, да я тут бегу. Давайте. На рейнже 3 ШП, Хан, 2 Лока, Сова и маг Муэрц. Первый на замену маг Зараза, второй на замену Лизни Тотем. Правильно, все у нас больше. Нет же никого там. Там все менюк на рейнже. Проверяйте бафы, пишите кому чего не хватает. Лапу, пожалуйста, по паладину. Подождите, Ваня бежит. Ну что, не сшивать надо. Ждем, шкаф ждем. Попросим. Не пульте босса. Шкаф бы? Шкаф попросим. Я уже шкаф. У нас уже тут не надо шкаф. Спасибо, пацаны. Кини его тоже в ЧС и все.
кого в ЧС? Кстати, ребята. Киньте все мутанты. Мутант, что не так, кроме Войда ЧС? Дайте баф интеллекта, пожалуйста, на... Блять, налог. Не знаю, что он до меня доебался, но не пух. Братан, я снял с тебя мут, потанчи, пожалуйста. Давайте, на счет три начинаем. Раз, два, три. Протопал на слизне, БДК, естественно, на 8. Протопал тоже на РНЖ, не надо в центр бегать. Давайте героизм. От плевков за спину заходит, метки захиливаем. Лыбы, баблы, естественно, жмем. Лизни не отпускаем, танчим их до упора. Меньше ДПС дадите, ничего страшного. Ёпта, я же на РНЖ, ребят, что вы все молчите? Лол. Сука, конченый футболсом. Думаешь, сейчас как герой выйду с меткой слизня. Куда он пополз? Я не отпускал. Клянусь. Агро на мне, уполз в центр. Задотаю его. Все, вернулся. Тут большой с краю, большой в дверях. Большой убивает сову. Лыбу. Лучше. На рейндж маг. Маг из центра на рейндж. Сейчас готовимся, может быть, взрыв будет. Блюю в лужу, я хил. И протопал из этих. Ой, вы лучше, просто лучше. Ресните ханта, пожалуйста, делите добычу, идем к тухлопузу. Гниломорт сдох, но есть шип на моем ролике. Новости. Он оставил море слизи, хоть плыви. Твой первый почему? Ого, да я поэт. Потрясающе. Дайте шкаф. Споры звездочки и ромбику. Если на двух миликах будет спора, скажу, кому выйти. Проверяйте манны, бафы, ханту, чек на пул. Ханту, кулак, каску, лапу, интеллект. Кралька, что не так? Повороте, кралька. Все. Кулак, пристам, пожалуйста, обновите, если не сложно.
шаманы, шаманы под босса, не забудьте. На счет 3 начинаем. 1, 2, 3. Поехали. Обычное облако газа, только будьте осторожны, не такое уж оно и обычное. Заклинание еще не готово. Надо подождать. Охотник, спору, Кромбику. Кромбику, Кромбику, Хант, Кромбику, справа. Надо подождать. Пельмень, звезду. Звезда, пельмень. Споры, споры. Блять, что вы бегаете? Ничего не сказал, вы начали бегать. Извините. Пельмень звезду. От звезды рейндж. Повороте пельмень, повороте. Надо подождать. Дримзив, вынеси, пожалуйста, спору Кромбику. Спасибо. Эрдру пельмень, Эрдру. Ветка гниль 5 секунд. Приготовьтесь прожиматься. 3 секунды. Дефобилки. 4. Все хилы блевали за раз. Кстати, не спросил прист вот этот Эндора, нужен лут вообще какой-то? Или там просто так? Вроде не висну. Может, на успех читать. Бой тапки, давай, бой тапки. Тапки у пана. Молодец, ДЦ. Что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Вот видишь, как прекрасно. Там, если нужен, кто будет готов ворваться. О, здорово. Пока нет. Наверное, на личе поменяем кое-кого, но пока не уверен, хороший рейд. Тьфу-тьфу-тьфу. Надо панцирь кому-то. Квест они бы хотел сдавать? Давайте сейчас. Ивент. Ну если вагнемся на кофе. Я выключу звук на минутку.
Я согласен с тобой, мутант. Я не слышал ни разу от тебя никакого звука, поэтому, братан, конечно, ты без мута будешь. Короче, слизня первого стопа, именно 85, да, надо стопнуть, или сколько там надо? 86%, короче, у босса стоп ДД, не бьем его, пета выбираем, к столу прижимаем, ну не к столу, к центру прижимаемся, на звезду будем ориентироваться. Зеленого убиваем, потом на переходке все к столу. Дебафом бьем. Золотая, ты умеешь в кукле сетять? У тебя нет проблем там двух слизней замедлять, расколы вот эти все стакать? Ты умеешь, хорошо. Поставьте рыбку, проверьте бафы, пожалуйста. Копи рагу, самое главное, на переходках, чтобы два слизня были замедлены. КВ потом сдадим. Серега, иди сюда. Не с этим, мы не вайпнемся. Вот эти секунды. Сер, что мы переводим, что зергаем? Стопы. Чему? Ну, там... Что значит впервые? Она написала, она умеет. Она, я так понимаю, играла или в другой гильдии, или на серве. Нормально играет, ни разу не было проблем. Только будет сейчас, который на переходке, вот этот сразу, который первый, его не замедляешь. Остальные замедляешь, как обычно. Первого, золотая, смотри, первого слизня, который сейчас будет самый первый, его не трогай. То есть мы его сами убьем, просто далеко будем стоять. А вот на переходке у тебя должно быть 100 раги, и ты дозамедляешь и красного, и зеленого. Дальше всех остальных пока дозамедляешь, на второй переходке опять 100 раги должно быть. Ну вот тебе поможет. Что не так, сэр Грей? Да потом сдадим, нахуй вам этот КВ, сука, 5 льда. Повороте ты здесь? Нет, мы сразу пулим. Милики, подходим ближе, милизона ближе, подходим к боссу. Пей куклу, пожалуйста, золотая. На счет 3 начинаем. Пей уже сейчас куклу. Густыня, давай. 1, 2, не прожимайтесь, да. Прожмитесь на этом, 3, поехали. На переходке прожмите крылья горгулий там своих, метаморфозы. Стопады тоже можно. Выходим с луж, далеко от луж отходим. Пусть копит рагу. 86%, скажу, когда будет стоп ДД, тупо стопаем. Петов выбираем. Давайте, стоп ДД, убрали петов, не бьем босса. Стоп ДД, кто бьет босса, у того член уменьшается. 83%, стоп ДД в босса, нахуя призвали горгулью? Все становимся под зеленый кран. Бьем зеленого. Отбежали от зеленого, добили его. Переводим. Все к столу с дебафами к столу побежали. Красный, зеленый, оба дебафа к столу. Бьем слизней по дебафу. Все зеленого сбежались, все и красный, и зеленый дебаф. От красного убегай, Ретрик побежал. От зеленого подальше, красного уводи из рейда. Цель зеленого сбежались. Красный смена. Приготовились боб давать, смена красного. Боб Джериону, хорошо. Идеально. Все, бьем. Кот и кукли, омоложение кукли. Не знаю, кто дал боб, но это реально бог был. Пельмени смотрим. 90% уверен, что это Сангвини был. Эй, это я. Кралька бог. Богиня кралька. Красного смотрим. Допивай, пожалуйста, лужи там. От красного отошли. Отошли от красного, смотрим пельмени. Давай, бьем красный. Магеддон, спасайся. Лужи пельмени. Давайте, милики и босса под зеленый кран, РДД в центр. На скольки вторая переходка? На 30 или на 35? 35, пельмени в центр. Пельмени в звезду, вправо-влево. Сразу в то же место. Давайте, все в цель. Нормально, можно не стопать, так переведи можно.
Давайте, full DD в босс. Все в босс. Прожимайте все свои абилки. У кого что есть, прожимайте. Давайте рост. Все с дебафами к столу прижались. Замедли обязательно обоих. Приготовьте боб, если что. Подальше красного трейда уводите. Цель зеленого сбежались, бьем по дебафам слизни. Красный незамедлен, красного замедлен. Боже господи. Пиалужа вон еще есть. Кажется, вай. Бегите от красного, он будет незамедлен. Бегите от красного, красная смена, бегите от красного. Боб цели, ни к чем боб, фурику боб. Господи, боже ты мой, Аллах, спасибо, Иисус Будда. Паладины вообще красавчики сегодня. Да, такого никогда не было. Перехвалил за золотую, не заметил до последнего красного. У кого есть треги на диван, пожалуйста, плюс оните. Ну, у меня есть. Вот ты, да, молодец. Забирайте. Диван Транреку. Кралька, диван Транреку. Золотая, забирай. Быстрее диван. Кралька. Хорошо, все, бьет. Поднять. Нахуя 4 стака накопите? Там 4 ряда. Походите, сухо. Почему вы в центре его танчите вообще? Выводите, слушай его. Типа, чтоб до двери быстрее идти. Рома уже играет больше 5 лет, так и не научился он ники выговаривать и читать правильно. А кого я сейчас не прочитал? Протопала, например. Ну, золотистая, но это долго говорить. Да ладно, скажи, что просто дурачок. Просто дурачок. Пошлите на синдру. Рольте. Присты, у кого есть холли или ДЦ спек? Паладина, у кого есть холлик? Да какой холик, пусть они просто отбегут, да и все. Короче, чистим трэш. Потом на вальке, уже перед боссом. Лизни тотем в хила, Эндора в хила. Войт и Эндора будут на рейде. Ну и вальку, естественно, подхилим. Три шамана. Мы на кровь не пойдем, что ли, блядь? Ну на кровь после. Кровь самый легкий квартал, после синдры пойдем, пока вы не уставшие. Рома, я отойду на 2 минуты. Отойди, пожалуйста. Там квест можете сдать еще пойти. И идем чистим трэш, пожалуйста, поменьше АФК, самый сложный трэш сейчас в инсте будет. Пойдемте все. Отойдете после вальки лучше на ивенте, там нехуй делать, там почистят трэш 2 чувака. Я там еще какой-то набрал. Да какая разница, ну хоть как. А че, у меня квест не засчитан. Потому что его не сдавал никто, наверное. А, точно. Точно, у меня засчитан, нормально все. Моя тоже. Слава яйцам. Блять, ну ретрики просто красавцы. Ну не только ретрики, кралька тоже. Но не так сильно, как ретрики. Конечно, Джерри, он красавец первый по дамагу, он холик там вот второй. Давайте, чуваки, агрики, танки. Вперед, в сражение. Ворачивайте сразу и фул ДД. Лучше умереть. Я там не знаю, какие войты. Проставляй метки, кого бить, кого не бить, я не соображаю. Да кого похуй вообще, кого бить. А, ну я понял, ты такой же. Там главное лужа стоит. Там кто-то же призывает мобов, ее надо типа первую убивать, нет? Да это плохо вообще. Короче, РДД. Кружок бьем, милики левую бьем. Дальний трэш пока не агрики, вот эти две бьем. Поменялись. В
кружок РДД, милики, от кружка отходим. А, и там что-то надо с охотницей сделать. Протопал, врывайся в толпу мобов. Мутант, вытаскивай тех, которые крутятся. Хочу согреться хоть после смерти. Тимники, бейте вон полководца слева. Потяните охотницу с рейда туда наверх, ну уже все. Кто тут еще в холле пала? Я не знаю, никто не отзывался. Вот, ну, тогда сангви не кидай на Вальку частицу, я на себя буду. Чё, две частицы сразу не висит у нас? Ну, нет, только на Вальке. Нет. На игроков можно кидать на Вальку, перебивается почему-то. А если на Лока кинуть частицы и его к боссу поставить? Нет, сейчас не работает. Ну, отдельные два хила считаю. То есть Валька и Лок будут разный хил получать. Хилить Вальку, а Лок будет рядом стоять, еще символ будет, короче, хуярить. Это зачем частицы? Ну ладно. Ну, я понял, да. Ну разве что с частицу на Лока? А зачем частицу на Лока? Ну и хилить Вальку, раз нельзя две частицы на Вальку. Ну Лок лактапается, стойте, по жизни показывает. Стойте, не знаю. Давайте, Эндора и Войд на рейде. Сангвини, три шамана и как огурчик на Вальке. Летать там будете за звездочкой за Вань. Не АФКшем, если я увижу, что вы прячетесь в боссе,